в Екатеринбургской духовной семинарии состоится традиционный день открытых дверей, благодаря которому будущие абитуриенты смогут узнать больше о данном учебном заведении, познакомиться с ним изнутри. Для них в этот день будет проведена экскурсия и состоится встреча с руководством духовной школы, на которой желающие поступать в семинарию смогут получить ответы на все волнующие их вопросы. Приятной частью мероприятия станет концерт. Екатеринбургская духовная семинария откроет свои двери для всех желающих 28 марта в 11:00.